На территории водопада Конг-Си мне повезло побывать два раза. И вот, когда я был здесь во второй раз, я решил снимать посетителей, которые приезжают полюбоваться водопадом Конг-Си. И вот так вот выглядит территория водопада в 4 часа вечера.
А вот так выглядит небольшая река в джунглях перед тем, как стать водопадом Конг-Си. Река течет через джунгли, которые частично облагорожены. А вот так выглядит территория водопада Конг-Си в 6 часов вечера, когда посетителей уже почти нет и можно свободно полюбоваться природой и красотой самого водопада.
Это небольшой рынок, который находится перед входом на территорию водопада Куангси. А это территория стоянки для таксистов и других посетителей водопада Куангси. Так собирают организованные группы китайских туристов. Назойливых мух угоняют такими вот приспособлениями. Европейские туристы в релаксе обсуждают водопад Куангси. Много туристов приезжают сюда на арендованных байках. А я приехал сюда на небольшом микроавтобусе с группой туристов из 7 человек.